Работник, сегодня я вам расскажу, как приготовить коктейль вот наподобие такого в домашних условиях. Нарезаем и кладем вот такой странный фрукт. В общем, как мне сказали, этот фрукт называется помело. Ну или помело. В общем, он такой огромный, большой был. Ну, для моего эксперимента оставили мне совсем чуть-чуть этого фрукта. Добавим коньяк. Ну, коньяка у меня нету, весь выпили, поэтому добавим вишню. Сироп вишни. Да какой это сироп? Это не пофигу. Какой-нибудь сок. Ну, как же без сока, да? Для антуража добавим мороженое, пломбир и, в общем, лед. На ты! Вот выпал лед. Так. Ну, как-то так. Вообще пофигу. Приятного аппетита. Офигенно получилось. Можно выбрасывать.